Лавинин рядом со мной находится, автор первой заброшенной шайбы. По второму периоду хотелось услышать небольшой комментарий. Что такого принципиально поменял «Спартак» в своей игре? Им удалось сравнять счет. Довольно-таки такой тяжелый период получился. «Спартак» маленько добавили в скорости. Начали больше навязывать борьбу. Тем самым сама игра стала тяжелее. Ну и, соответственно, что нужно поменять «Авангарду», чтобы успех пришел к омской команде в третьем периоде? Понимаете, это больше играть в зоне противника, выигрывать единоборство, больше доставлять шайбу до ворот, создать моменты и реализовывать их. Спасибо огромное, успехов вам, коллеги!